3 июля певица Земфира на концерте в Грузии зачем-то начала размахивать флагом Украины. Многие украинские СМИ назвали ее за это героем Украины. А мы думаем, что у певицы большой творческий кризис, который нужно скрыть за такими нелепыми поступками. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!